О, этот дынный божественный аромат. Он просто изумителен. Первая дынька. Вот я и радуюсь, предвкушаю, нюхаюсь. Я всегда собачью выдержку сначала проявляю. Мне так потом больше удовольствия доставляет пища. Чем просто ее закинуть сразу, надо сначала попредвкушать. Дыня, это же вообще мясо. Да так много его, сочненькая такая, мясистенькая, одновременно сочно-мясистенькая. И наедаешься, и напиваешься. Если арбуз больше водянистый, да, дыня больше мясистая. Это уже плюс. Вот так вот можно наесться просто одним огромным фруктом. Съедаешь дынищу и сытёхоник. Ее долго, ну, в смысле, не надо смешивать с другими. Говорят, ее вообще ни с чем не надо смешивать. Вот. Ну, она быстро же переваривается. На минут 20 походил или 40, я не помню, сколько она там усваивается. В общем, походить надо и потом уже только что-то закидывать. Ее очень нежелательно с чем-то смешивать. Ну, чистит она классно, детокс-эффект у нее отличный, почки еще чистит. И у нее, что хочу сказать-то, семена, вот эти вот семена в дыне, дынное семя, можно на блендере перекрутить с водой, и будет дынное молочко. Шикарное такое молочко будет. Хорошо, ну где-то минуту их прямо взбить с водой, чтобы они прям выделили вещества свои полезные, будет такое беленькое, такое прозрачненькое дынное молочко. Процедить его через ситечко и тоже выпить. Так что все, в ход идет. Вот мякоть потом это вместе с семенами я на блендере перекручу. У меня безотходное производство тут. Вот, дынька моя хорошая. Медовенькая такая, прекрасненькая.